Дайте еще два скайпа, пожалуйста. Алексей, ты в прямом эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Маргарита. Меня зовут Алексей Дурнев. Я телеведущий из Украины. Очень приятно. Здравствуйте. Маргарита, давно слежу за вашим творчеством. Спасибо вам за это. Что происходит. Мы здесь на Украине держим за вас кулаки. Спасибо вам за вашу работу. Как приятно, спасибо. И знаете, я смотрел ваши программы, там читал ваш блог, и у меня вот крутился все время один вопрос, не давал мне покоя. Я совершенно недавно обнаружил, что у меня волосы под мышкой, вот точно такие же по структуре, как вот паху и на попе. А у вас как? Скажите, пожалуйста, а вы какой проект ведете на Украине? Проект называется «Дурнев плюс один». Все. Мару, я избавлю тебя от спасибо. Необходимости. Спасибо вам большое, и я считаю, что у вас очень большое будущее в телевидении. Точно. Дайте, пожалуйста, еще скайп.